Здравствуйте, уважаемые гости сегодняшнего мероприятия. Я рад всех приветствовать на этом грандиозном событии по годовом финале осеннем. Это 60-я битва стартапов. Время летит быстро. И сегодня будут выступать лучшие из лучших, которые победили в битвах проектов по разным городам Украины. У нас сегодня будет и Днепропетровск, и Запорожье, и Херсон, наверное, и Харьков, и Львов, и Киев. Вот, поэтому посмотрим, какой город сегодня окажется в победителях. Пару слов, как всегда, о том, для чего мы это делаем. Битву стартапов мы устраиваем для того, чтобы предприниматели могли легче и быстрее найти финансирование для своих стартапов или инвестиционных проектов. Соответственно, мы их делаем по разным городам, они все бесплатные. Бесплатные там приходить можно, бесплатно выступать, никаких дополнительных условий не требуется. Если вы желаете поймать удачу за хвост, приходите на битвы стартапов и выступайте. Если вы за нами следили, в последнее время мы даже их стали проводить уже не только в Украине. Битвы стартапов уже проходили Грузии, Белоруссии, а недавно была первая континентальная битва стартапов, которая свершилась в Польше. Мы отобрали, у нас было отдельное мероприятие, 5 лучших украинских стартапов, которые составили сборную стартапов Украины и поехали защищать честь Украины в Польшу. Как многие из вас знают, мы победили с разгромным счетом 5-0, даже как-то было неудобно перед польскими коллегами. Ну, знаете, в футболе 5-0 выиграть, ну, совсем некрасиво. Но, по моему мнению, мы победили объективно. И сегодня вот у нас будет панель с нашими победителями, они расскажут о своем опыте, как они ездили в Польшу, как готовились, что они думают о польских стартапах и о польской экосистеме. Вот. Ну и главным, можно так сказать, организатором и спонсором этих мероприятий является Startup Network. По сути дела, это интернет-платформа, которая помогает предпринимателям искать своего инвестора через интернет. Да? Ну, то есть все понимаем, что физическое присутствие зачастую ограничено, не все могут участвовать и приходить. Соответственно, у нас на Startup Network зарегистрировано более 5000 частных инвесторов. Если вы хотите, чтобы ваша информация как можно быстрее до них дошла, регистрируйте там свои стартапы, и если вы хотите как-то потом ускорить этот процесс, вот, то тогда вам надо общаться с нашей Натальей. Наталья, можно попросить вас представиться? Да. Вот, кто хочет подробнее узнать, подходите к Наталье, это член нашей команды, инвестиционный аналитик наш, вот, поэтому можно будет двигать все это быстрее. А сейчас я хотел бы дать слово нашим партнерам, да, там, которые... Да, я пару слов сейчас скажу еще о порядке проведения мероприятия. Во-первых, рада всех видеть на нашем большом осеннем финале битвы стартапов. Мероприятие пройдет в 2 этапа. Первый – это панельная дискуссия с нашими героями, победителями континентальной битвы стартапов «Польша-Украина». Это представители 5 стартапов, которые отлично выступили и привезли нам победу для Украины. И после перерыва будут презентации 15 победителей из разных городов Украины. Будет 2 блока с перерывом, тоже небольшим, 9 и 6 проектов. По голосованию. Сегодня будет определено 2 победителя по результату голосования экспертов и по результату голосования гостей, поэтому не только эксперты, но и гости, пожалуйста, голосуйте. На лендинге, внизу лендинга есть онлайн-голосование. Но там, где мы все регистрировались, внизу уже есть списочек, как ребята выступают, в какой очередности, там можно ставить им оценку.